Привет, мои хорошие. У нас с 7:30 по 8 утра мы едем в Памуккале. С утра пораньше. Встали в 6 утра, чтобы выехать. О, сейчас хорошо меня видно. Конечно же, никто не выспался. Все хотят спать, но Памуккале того стоит. Хотела снять вам дорогу, но из-за того, что солнце вот с этой стороны будет отсвечивать, поэтому дорогу пока не смогу поснимать вам. А там в самом Памуккале, конечно же, сниму всю красоту. А вот он мой муж, серьезный парень. А он там сзади Зулечка, тоже серьезная Зулечка. Прическа, конечно, у меня супер. Укладки никакой, но да, ничего. Все, закрываюсь, там я вам всю красоту сниму обязательно. Мы сами едем туда первый раз, и муж первый раз едет. Представляете, под 50 лет мужчине живет большую часть своей жизни в Турции, и первый раз едет по Памуккале. Если бы не я, он вряд ли бы вообще туда поехал, мы такие не увидели бы Памуккале. Итак, остановились мы по дороге в Памуккале попить чаю. Зулечка всю дорогу спала. Посмотрите на нее. Бедный ребенок. Чего это напоследок зато увидел? Вот в таком месте мы остановились. Это просто у дороги чайхана или что-то такое. Кафешка-забегаловка. Так. Оригинальный фонтан, Зуля, ты такой точно не видела. Из трубы сверху. Водопад. Классно, а что? Оригинально, надо же догадаться вот так вот, да? Неожиданная встреча котенка и спящей собачки. Вы не видели его глаза. Ну все, ушел. А этот спит так мирно, спит. Вы смотрите на эту вредь, на эту дрянь, которая оттолкнула сейчас кисью. Вот. Смотри, лицо скрывается. Когда? За этими руками. Вот она пристала с утра к моему мужу. Вот что она хочет от моего мужа? Вот что хочет? Пристает к моему мужу. Она от него требует эти... У нее интернет заканчивается, а ей же еще пару дней пользоваться турецким номером. И вот она... Пока не получит интернет, она с него точно не слезет. А в дороге не слезет. А вот и мы подъехали по Памуккале. Да-да-да. Издалека. Боже, какая красота. Посмотри на люди, какие манюсенькие там. Галя Багирович. Вон там вход, да? Приехали. Сувениры. Почему петушки, интересно? Интересно, почему петушки? Дензли – это город, который мы проехали до этого. Ice cream.
Да-да-да. Мини-аквапарк. Все для туристов. Но никого нету. Пустота. А, там кто-то, пару человек плавает и все. Итак, мы приехали. Вот она красота. Это мы еще на горы не поднялись. Это только мы у входа. Внизу бассейн. Даже несколько там бассейнов. Небольшое озеро. Там лодочки есть. Я не знаю, вам отсюда видно их или нет. Очень красиво. Зуля вся в съемках. Вот, в принципе, и вход. Мы только вот метров на 20 отошли от входа. Ай. Жарко очень. Прелесть! Боже, какая прелесть! Мы уже босиком. Да, по-моему. А вот и мой муж. Бесподобно. Сейчас я своего мужа сфотографирую. Прелестно, просто прелестно. Это надо ж такая красота, такую красоту создал Бог. Чуть гизель вырос. Зулечка ползет. Вода тепленькая такая.
Bu İzmir'de gibi aynı su değil mi? Su aynı. Tadı aynı. Вода с высоким содержанием извести. Чем выше, тем красивее. Они прям белоснежные. О, я наверху. İstemiyor musun içine girmek? Burası çok küçük. Burası büyük. Orada da var. Gelin! Так, где наша Зуля ползет? Известь. Устала? Почему не можешь пофоткаться? Я не вижу абсолютно себя. Я селфи делаю. Я пока говорю, что руки заснимаются. Так видно, да? Как это цветка. Вообще не видно от этого селфи. Не видно. Ни селфи, ни так не видно. Я тоже так нифига не вижу. Ну, снимаю наугад. Русских туристов, кстати, много. Идем дальше. Я вам, видимо, весь свой путь сниму. А, водичка. О, маска. Честно скажу, я ничего не вижу, вот так вот слепую снимаю. Зуля, нерде? Görmüyorum onu. Nerede o ya? Ha ha ha, gördüm. Sen suya girebilirsin. Bu
Başlık koy buraya. Suya gir. Ne yapacağız burada? İstemiyor musun? Ha. Mama, ben ona gidiyorum. Отправила мужа в воду. Пусть поплещется немножко. Вот только эти наши русскоязычные, русские, смотри, в воду залазят. Купальник это в плавках. Правильно, лучше никого. И здесь, знаешь, полезно. А если что за хвост по оранжею своей, чем... Асикас, а постановится? Сейчас я его сфотографирую там. А, так интересно, знаете, местами вода холодная. Вот это, например, холодная, местами теплая. А вот вам поближе горы. Они сверкают. Прохладные. Очень приятно прикасаться к ним. Муж мой лежит. Зуля снимает всю красоту. Такс. Такой небольшой водопадик, под который залазят люди и фотографируются. Да, конечно, без голых задниц никак. А мы все выше и выше. Русских очень много. Ну вот все, кто в купальниках, шортах и в трусах, это все наши. Ну, не считая детей. Дети-то и местные ходят так. А так все наши туристы в пляжной одежде. Как я мужа своего... А, он там впереди. Все мажутся известью, делают масочки для рук, для ног, для лица. Видимо, очень полезно. Та-да-да. Так, я уже точно не вижу своего мужа. Что круслар вар бурда? Да. Наверху народу много. Сидяк мы. Здесь, говорит, теплая вода. Здесь местами теплые ванны, местами прохладные. О. Почему весь народ наверху, я не понимаю. Вот везде эти ванночки есть. А именно все наверху. Как муравейник здесь. Зулечку потеряла. Ну ничего, она догонит. Она у нас девушка смелая, по самому краю ходит. Ничего не боится, слушай. Yeah.
Вот Чинар вас кривил. Ай! Ну вот мы на самой верхушке. Я же говорю, весь народ наверху, как муравьи. Внизу такие же ванны, более свободные, но там нет народу практически. Все здесь. Наши люди любят толпиться. Хотя, может быть, знаете, это люди, которые вот сверху пришли. Сверху тоже, вот отсюда тоже вход. Может быть и так. Боже, это мы столько прошли, посмотри, да? А я и не заметила, как мы столько прошли. Ужас нева. Мен. Ай. Там какие-то развалины. Но я пойду туда обязательно. Как же без меня там? А он ушел куда-то. Телефон взял он свой? Да. А, ну, значит, найдем друг друга. Смотрите, моментально высохла обувь. Моментально. А уж не верится, что мы столько прошли. Все осталось внизу. Вон она вся длиннющая дорога. Вот начиная от этого бассейна. И наверх, потихонечку наверх. Раньше вода была здесь тоже. Вот здесь были ванночки, потому что я видела на фотографиях, на видео. Сейчас нет, видимо, пересохло или что. Нету воды.